коронавируса того самого боитесь? Нет. В чем вы так уверены? Ну, я ничего не боюсь. Нет, наверное. Потому что мы русский народ, мы очень крепкие. Мы ко всему привыкшие. Так, опасаемся. Нет, не боюсь. Вы фаталист? Я да. Поэтому, знаете, кому суждено утонуть, тот не сгорит. А почему бояться коронавируса, когда и это вся страна уже это прошла? Я, например, без маски хожу. Вы коронавируса боитесь? Нет. А почему маски ходите? Самообман. В смысле? Объясните. Ну, в смысле, что вы не боитесь коронавируса. Ну, а что его бояться? Мою руки перед едой. Тренирую мускул, дыхание и тело. Конечно, боимся. А как? Осторожнее. С ним не подходить. А что-нибудь делаете, чтобы спасаться от коронавируса, может быть? Ну, руки чаще моем, лицо тщательно там... И водку пьем. А вы верите, что, если что, наша медицина нас спасет? Нет. Честно, не верю. На нас очень на низком уровне. Вы посмотрите сами, в больницу сходите. Какие у нас туалеты, на чем спят у нас больные. В Саратове нет ни одного случая, да? Это как святая земля такая, да? Вот как... Что везде он в мире есть, только в Саратове как бы нет. Но это наводит на какие-то мысли, наверное, правильно? То, что, может, просто у нас с диагностикой как бы не очень дела обстоят. Да это не зависит от количества денег, на самом деле. Это зависит, наверное, от качества медицинского образования и от каких-то прочих факторов. Отечественная медицина намного сильнее, чем зарубежная. Угу. А почему вы так считаете? Ну, я за рубежом не была, и я не знаю. Вот самое главное. Вы доверяете нашей системе здравоохранения, что она... Конечно. Спасет от... А у нас нет выбора. То есть или можно доверять, или не доверять. Как вам проще? Проще доверять мне, например. Я уже взрослый человек. Надо вообще всем доверять и смотреть на результат вашего доверия. У нас умные врачи бывают. А ресурсов хватит? Вот, я думаю, накопили что-то все-таки. Москва, Санкт-Петербург, мне кажется, еще как-то нормально будет, а вот Саратов, мне кажется, будет беда. Вот просто посмотрите, что все ходят вообще без масок, ну и вы тоже без масок. Да. Вам вообще без разницы всем, но как-то не камильфо, если честно. Время ну, придумают что-нибудь за быстро, но весь мир сейчас об этом думает. Разберутся, на самом деле, насколько это серьезно все. Коронавирус, и, господи, сколько было. Все придумали, поверьте. Свиной грипп. И войну пережили, и Наполеона выгнали. Да ладно там. Все Наполеон. Будет хорошо, не волнуйтесь. Не говори, что такой старый. Ну, в первую очередь, надо на себя надеяться. А медицина – это как первым делом самолеты. Ну, а медицина – это, извините, потом уже. Ну, как же, это все-таки наше родное государство, оно нас вроде как защищать должно. Ну, мы знаем наше родное государство, и этим все сказано.